Всем привет! Мы начинаем очередную игру четвертого тура седьмого сезона «Домовины». Начинаем ее в усеченном составе. Пока у нас в игре Николай и Дмитрий. Должен с минуты на минуту подойти еще Александр. Ну, ждать уже мы больше не можем. Можете ознакомиться пока с темами. Так, темы первого раунда. Мертвые чешские зайцы косят траву. Вот оно что. Понятно. Давайте Николай начнет. Хорошо, ну начнем тогда так. В 60-х годах прошлого века Иосиф Бродский перевел на русский язык эту абсурдистскую трагикомедию о событиях трагедии «Гамлет» с точки... Николай? Розенкранц и Гильденштерн мертвы? Да. Именно ему Пушкин посвятил эпитафию, всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге. Николай? Ой, Петр Первый? Нет, не Петр Первый. Нет, конечно. Петр Первый все-таки лет на 100 раньше. Не, ну, Алла-Ли, ну да, нужен. Да, второй вариант. Цифрой угадал? Не, ну. Немножко ошибся, да, это было. Бывает. Александр. Ну да, царь тоже. «Моя честь называется верность» – девиз этого соединения, появившегося на свет в 1939-м. Дима. «Мертвая голова». Да, это танковая дивизия «Мертвая голова». Этот писатель сделал ряд адаптаций гоголевской поэмы «Мертвые души». Например, в фельетоне «Похождение Чичикова» главные герои вдруг оказывались в 1920-х годах. Это был Булгаков. Из строк этой группы мы узнаем, что только мертвый негр не идет играть в баскетбол. Дима. Запрещенные барабанщики. Да. Да. На одной из гравюр он проверяет целостность предохранительных колпачков, контрацептивов того времени. Жизнь его прервалась в богемском замке духцев, а началась в Венеции. Николай. Может, Казанова? Казанова. Бутылки этого сельского пива украшает корона и надпись 1581 год. Крушовица. Этот человек, родившийся через 4 года после пражской весны в 2018-м, вновь вернулся помогать родному Кладно. Рискованно, блин. Недорого. Ну. Это Яромир Ягр. Ладно. Считается, что описанные им события являются аллюзией на Гитлера, а его брат-художник вместо Лаборжи предложил популярное ныне слово. Чапик. Это Карл Чапик, да. Из-за компании ArcelorMittal, работающей в этом городе, остро встает вопрос загрязнения окружающей среды. Остро, небольшая. Острова, блин. Это острова, да. Да, надо было жать. Он стал дебютным фильмом Леонида Быкова как режиссера. Дима. «Зайчик» он называется, по-моему. «Зайчик». Угу.
этот южноамериканский золотистый заяц запросто мог бы попасть в тему со стишками. Ведь от популярного российского исполнителя отличается на одну букву. Да, Гути. Да. Легенда гласит, что он не вышел на Сенатскую площадь, потому что по пути... Пушкин. Пушкин, да, зайца повстречал. Колосковые чешуи декоративного растения лагурус густо покрыты длинными мягкими волосками, из-за чего растение получило это второе название. Николай? Может, заячья лапка? Нет. Частная. Губа. Заячьи лапки все-таки, наверное, не такие длинные, как на хвостике заячьем. И он похож, само растение. Окей. Напоминает заячий хвост. В 1502 году этот художник написал натурную картину «Молодой заяц», которая стала одной из первых собственноручно подписанных автором. Это Дюрер. В отличие от электрокосы и мотокосы, в этом инструменте в качестве режущего элемента используется специальная леска. Называется-то как? Называется триммер. А, аппарат известен тогда. Вот. Именно таким образом бывший президент Украины Янукович и мэр Харькова Кернес закосили от призыва в армию. В институт пошли. Они сидели в это время. Красиво. Многие поклонники удивляются, почему он косит под чеченца, ведь ни капли чеченской крови у него нет. По отцу он татарин, по матери еврей. Что, впрочем, Дима? Тимати. Это Тимати. Ух. В песне «Косил ясь конюшину» главный герой отказывается от сватовства к этой девушке под предлогом «Бонеллау не усажу». Предложили на Станиславе ему жениться. Этот вид муравьев вовсе не охотники. Они собиратели семян и того, что недоели хищники. Поэтому хороших боевых навыков они не имеют. Однако постоять за себя все-таки могут. Интересные факты, но... Жнецы подходят под тему, косят. Ну ладно. Этот травяной напиток фараонов является национальным египетским напитком. Я думаю, многие его пробовали. Да. Это чай каркаде. Каркаде. Окей. По одной из версий, название Мексики получено от Мектли, богини этого растения. Николай? Ну, не... Агава же. Ответ агава? Да. Агава, да. Официальным гимном российской космонавтики на сегодняшний день, Николай? Трава у дома. Трава у дома. Авиценна утверждал, что отвар из этой травы является хорошим средством против икоты, а в 2015-м появилась партия, совпадающая по названию с растением. Пошли.
Давайте на паузу, может так, быть. Украинская пауза. Сейчас давайте на паузу. Ага, Александр появился. Александр почти ничего не потерял. Да, добрый день. Сейчас секунду только. Так, сейчас найду игру. Угу. Домовина 748, пароль 2015. 2015, да, должно быть, да. Так, вроде сейчас должно сработать, да. Уже, да, подключился. Ага, спасибо. Так, я с паузы снимаю, остался, Александр, последний вопрос первого раунда у нас еще. Все впереди, так что вся борьба еще. Только у меня пока просто синий экран. Да, ну, так ладно. И должно быть. Хорошо. Под руководством этого уроженца травника сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира 1998-го. Это про Синечки тогда играл, а руководил ими Мирослав Блажевич. Так, первый раунд отыгран. Дмитрий лидирует 1200, Николай 100, Александр пока еще не успел отвечать. Так, сейчас я буду давать пояснения к темам. ГБРК – это двухбуквенная матрица, состоящая из двух слов, начинающихся на любые из этих четырех букв. Уже была в первом туре такая тема. Раз, два, три – будет дано три реалии, каких-то три коротких ответа, которые составляют одно длинное слово. Например, как «по-ми-дор». Вам надо назвать полностью «помидор». Все, продолжаем. Александр начинает. Угу. Статья в журнале JAMA Network Open, опубликованная в 2018-м, статистически подтверждает это высказывание знаменитого киноврача. Это доктор Хаус, который утверждал, все пациенты лгут, или все люди лгут. 29 апреля 1961 года врач 6-й советской антарктической экспедиции Леонид Рогозов на станции провел сложную полуторачасовую операцию по удалению аппендицита. Николай? Ну, он сам себе ее удалил. Да, себе пациентом был сам Леонид, да, Рогозов. А, угу. Ну, попал сам себе. Высоцкий, будучи одно время пациентом Московской психиатрической клиники, в одной из песен указал это ее народное прозвище. Дмитрий? Желтый дом. Нет, нет. Желтый дом. А! Ну так, ну, Канатчиков. Нет, песня была «Канатчикова дача». Да, вся «Канатчикова дача» у экрана собралась. Согласно анекдоту, на вопрос пациента, правда ли, что женщины живут дольше мужчин, врач отвечает, что наверняка за всех не скажет, но они это точно. Николай. Вдовы. Вдовы. Самым известным им принято считать Мэри Малон, получившую прозвище «Тифозная Мэри». Дима. Нулевой пациент? Да, ну. Совсем так. Три реалии. Славянское воплощение смерти, похищенный снежной королевой, японский боевой посох. Они составляют слово «маракайка». Сильно. Танцевальное мероприятие со строгим этикетом. Почтовое сокращение самого большого штата США. Магма на поверхности. Александр? Может быть, это балаклава? Балаклава. Александр? Так, сейчас, секундочку, ничего у меня не грузится. Угу. А, все, теперь есть. Спасибо. Угу. Сутки на Марсе. Краткое выражение согласия. Часть изображения, образующая задний план.
Николай. Солдафон. Это солдафон. Инженер и миллиардер, стремящийся на красную планету. Сотка в земледелии. Конечный пункт назначения грешников. Александр. Маскарад. Маскарад. Вертолеты Николая Ильича. Богатый берег без берега. Осадная башня. Это у нас пока, по-моему, самое тяжелое. По угадыванию это карикатура. Угу. Его песня Wicked Game стала одной из самых, Николай. Крис Айзек. Это Крис Айзек, да. Прежде чем добраться до вершины власти, он проиграл в 18 различных избирательных кампаниях. Зато когда переизбирался в 1864-м, получил более 90% голосов выборщиков. Александр? Может быть, это Авраам Линкольн? Совершенно верно. В этом американском фильме рекордсмене по числу номинаций наряду с «Титаником» и «Ла-Ла-Лэндом», Николай? Хэнгур же. Нет. Ух ты. Одну из первых своих ролей в кино сыграла Мэрилин Монро. Это фильм «Все о Еве». Ну да. Ной Акерман – один из главных героев романа «Молодые львы» этого американского писателя. Не спутайте с его ирландским коллегой. Ирвин Шоу. Ирвин Шоу. Благодаря ему на русском языке зазвучали, например, Уильям Блейк, Роберт Бернс, Джон Китс и Ридьярд Киплинг. Ну а мы все помним с детства «Кошкин дом» и «Человека». Дима? Маршак. Самуил Маршак. Марк 2, ставший основой для Чезер и Креста, выпускался этой автомобильной компанией. Toyota выпускала. Святой Марк считается покровителем египетских христиан острова Райхенау в Германии и этого города, Дима? Венеция. 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 Образ Марка Аврелия. Ладно, случайно нажал, ну ладно. Так. Какой ответ? Клеопатра, не знаю. Клеопатра, неверно. Был воспроизведен Ричардом Харрисом в этом фильме 2000 года. А известный он, Дима? Гладиатор. Да. Да. Этот воспитанник США и сын чемпиона мира блистает в связке с отечественником Пля в немецкой лиге. Это Марио. Это Маркус Тюран. Любопытно, что папа римский Бенедикт XVI не в восторге от Бенедиктинера, а любит пиво этой марки, производимой на пивоварне Шпатен. Это пиво, давшее название другому ордену, францисканер. Сравнительно подробный их перечень приводил Юлий Цезарь в своих записках, а в числе самых известных их обычно упоминаются Таранис, Кирну,
Кирнун, Езус, Тифтат, Лук, Беленос, Огмиос и Бригантия. Писал он о божествах кельтов. Он служит в качестве символа базовой операции в математике. Является символом четырех первоэлементов – воздуха, земли, огня и воды. Также присутствует на флагах и гербах нескольких стран, например, Мальты и Швейцарии. Это греческий или равносторонний крест. Она появилась в Англии и практиковалась в боксе без перчаток и рестлинге, а позже стала крайне популярна в компьютерных играх DayZ, PUBG, Fortnite. Выживет только один. Александр. Может, королевская битва? Это королева. Да. Обжал. В ответе есть слово с дефисом. Вместе с музейным комплексом ее открывал Леонид Брежнев. Проектировал Василий Бородай. Каркас выплавили в Запорожье. Дима. Родина-мать. Это неверно. Он не подходит в матрицу. А собирали в украинской столице 100-метровым краном. У нее немало сестер. Одна из наиболее известных в Волгограде. Александр. Ну, может быть, статуя Родина-Мать? Статуя Родина-Мать. Это тоже неверный будет ответ. А вот Киевская Родина-Мать, именно ее выплавляли в Запорожье и ставили в столице Украины. Первая в истории авиации тюремная ОНО организована в декабре 1929-го и первоначально располагалась в Бутырской тюрьме. Позднее подобные они стали называться шарашками. Александр? Надо отвечать. Не слышно. Конструкторское бюро. Конструкторское бюро, правильно. Да. Отыгран второй раунд с минимальным преимуществом лидера 9-3. Лик обыкновенная матрица. И ТСП инициальная трехбуквенная из трех слов. А комментария нет про первую тему, например? Нет, обыкновенная тема. А, хорошо, окей, понял. Хорошо. Спасибо. В ответе одно слово. Популярные во время Великой депрессии порнокомиксы размером с ладонь назывались тихуанскими ими. Быть может потому, что тоже были в каждом доме. Хотя 8 страниц не очень-то тянут на книгу. Николай. Пусть будет Библия. Да, тихуанскими библиями их называли. Отсылку к роману Тереза Философ, написанному в жанре монастырской порнографии, можно найти у известного мужа-стенографистки в этом азартном произведении. Дима? Игрок. Игрок. На церемонии Pornhub Awards 2018 состоялась презентация песни «I Love It» Лил Пампа и этого рэпера в 2014-м, женившегося на Ким Кардашьян. Александр? Канье Уэст. Канье Уэст. Порношик или он порно начался с фильма «Глубокая глотка». Он аркадных видеоигр со Space. Николай. Золотой век. Золотой век. Удав, укусивший порнозвезду Орит Фокс во время фотосъемки, погиб от отравления этим веществом, название которого предложил в 1901 году английский химик Фредерик Киппинг. Николай? Пусть будет ботокс.
Нет. Дима? Силикон. Подобрал, да, силикон. Еще проще, да. В 2007 она стала восьмой работой режиссера, рассказывающей об уничтожении банд уголовников. Николай? Это Hateful Eight. Великолепная восьмерка же? Нет. Нет. Это отечественный мини-сериал «Ликвидация». Okay. Его название связывают с нидерландским словом «чаша», хотя сейчас часто ассоциируют с меньшим объемом. Николай. Шкалик. Шкалик. Душистый, огородный, камфорный – это все он. Ну, вдруг базилик. Да. Под именем Камиля Таабата он стал большим другом Амина Аль-Хафеза, а его история показана в сериале «Шпион». Это израильский шпион Али Коэн. В исполнении Саши Барон Коэна. Название этого заведения происходит от греческого слова «врачевание». Николай. Клиника? Не. Блин. Ну, не клиника же. Как? Клиника, но это клиника не в матрицу. Да, клиника под матрицу. Конечно. Конечно. Ой, ё. Подбирайте. Ну, поликлиника, как бы. А вот конечно. Поликлиника. Да. Конечно, конечно, блин. Этот оппозиционный белорусский сайт неоднократно. Ну, наверное, в Харте 97. Да. Вопрос нашел свою аудиторию. Да. А в настоящее время Кирилл Иванов, Станислав Астахов, Дмитрий Кондрев, Олег Занин и Евгения Борзых – это именно оно. Ну, ладно, может быть, это самое большое простое число? Да, это группа «Самое большое простое число». Появившаяся в советской печати статья, где педагоги критиковали американский вестерн 60-го года, ставший лидером кинопроката СССР, называлась именно так, дважды подходя под нашу тему. Надо статью. Педагоги выставили двойку за великолепную семерку. В повести Стивена Кинга «Н» это число называется ужасным. Ужаснее даже, чем число 13. Герой фильма 2007-го. Дима. 14. 14 не является простым числом. Герой явно согласен. Николай. 7. Нет. Так. Ну давайте я попробую. Может быть 23? Да, 23. Джим Керри играл в этом фильме главного героя. На таком расстоянии от Москвы расположены, например, города Можайск. Александр. 101 километр. Именно так. По словам режиссера Ридли Скотта, на отображение облика города в фильме «Бегущий по лезвию» оказало влияние впечатление от картины «Полуночники» этого американского. А, это Хоппер. Это Эдвард Хоппер, да. Хорошо. Свою единственную выставку «Объединение нож» провело в 1922-м в Центральном доме работников просвещения. Расшифровывается аббревиатура «нож» именно так.
Новое общество живописцев. Императрица Австро-Венгрии Елизавета Баварская, зарезанная итальянским анархистом в 1898, известна под этим уменьшительно-ласкательным прозвищем. Си-си. Этот некогда голкипер Валенсии сборной Испании пропустил чемпионат мира 2002-го из-за нелепой травмы. Уронив флакон одеколона, случайно порезал себе ахилловое сухожилие. Комиссарес. Айкмофобия, еще называемая оксифобией, боязнь именно этого. Дима. Уколоться ножей. И порезаться, и уколоться. Да. И ножей тоже все подходит. Она имеет вид треугольника, и согласно египетской мифологии, именно на ней Исида искала разорванное тело Осириса. Николай. Территория современной Палестины. Увы. Первое слово угадал. Географически. Да, надо было еще чуть-чуть подумать. Полуострове. Участники всем известной экспедиции совершили почти кругосветное путешествие вокруг Земли по Южной Америке. Америки через Патагонию, по Австралии и Новой Зеландии, строго придерживаясь ее. Николай. 37-я параллель. Совершенно верно. При выборе названия аэропорта в Донецке оно, насчитывающее 8 опер, 8 балетов и 7 симфоний, сыграло решающую роль. Дима. Творчество Сергея Прокофьева. Это правильно. Правильно. Из них делают булгур и кускус, а также это единственный продукт Евросоюза, вывоз которого облагается пошлинами. Николай. Третий сорт пшеницы? Нет. Уже все равно. А толченые семена пшеницы. Это твердые сорта пшеницы. После пожара в Вавельском замке в Кракове Варшава фактически стала ею в 1596-м. Николай. Третья столица Польши. Это третья столица Польши. Так, игра у нас закончена. Поздравляем Александра, которому спасибо. Достаточно оказалось. Интересно было, раундов. Александр, да. Ну что ж, спасибо за игру. Увидимся с вами еще в пятом раунде игры. Всем спасибо. Спасибо.